Тем временем известный режиссер Булат Атабаев, которого подозревали в разжигании социальной розни в Мангыстау, встретился с бывшими актерами немецкого театра. Коллеги казахстанского мэтра неоднократно протестовали против его ареста, проводили акции, обращались с письмами в правительственные инстанции. Услышав о том, что Булат Манашевич приезжает в Германию на церемонию вручения медали Гёте, актеры съехались со всех концов страны в небольшой городок Майнц. За большим столом экс-актеры немецкого театра, покинувшие Казахстан во времена перестройки, расспрашивали Булата Атабаева о нынешнем Казахстане, делились воспоминаниями и радовались его освобождению. Актеры, что называется, тряхнули стариной и подготовили для бывшего художественного руководителя сценки и музыкальные номера на казахском и немецком языках. Атабаев приехал в Германию на церемонию вручения медали Гёте в развитии казахстанско-немецких культурных отношений. Церемония вручения состоится в Веймаре 28 числа. Среди лауреатов также преподаватель из Литвы, германист Ирина Вейсайте, боснийский писатель Дживат Карахасан и казахстанский режиссер Булат Атабаев. Сегодня театрал поблагодарил бывших коллег за поддержку и отметил, что он вряд ли бы состоялся как режиссер, если бы не работа в немецком театре. Я хочу сказать вам большое спасибо. Благодаря вам я состоялся как режиссер, состоялся как Атабаев. Благодаря вам я понял, что такое протестовать. Я же не знал, что такое протест. Благодаря Фишер, благодаря Давыду Шварцкоп, благодаря Бойц, благодаря вот этим ребятам, которые хотели автономию, что-то говорили, что-то встречались. Я-то не понимал, что за кипиш это. Мне-то зачем эта автономия нужна? Я просто слушал их и их понимал внутренние вот это их движение.